Привет, Бьянка! Привет! Привет! Это наш слайм-десерт! Кто это? Мамочка! Мамочка! А это кто? А что внутри? Слаймы! Давайте посмотрим! Сколько разных цветов! Яблочное желе. Мятный капкейк. Клубничный милкшейк. Панна-котта с манго. Карамельный чизкейк. Смотрите, Карл выбрал что? Яблочное желе. Видишь, нарисовано? Яблоко. Теперь открываем клубничный милкшейк. А как вы думаете, вы сможете отличить, где какой слайм на ощупь, если закрыть глаза? Это клубничный милкшейк или яблочное желе? Яблочное желе! Молодец! Карл, теперь ты закрывай глаза. Давай. Яблочное желе! Клубничный милкшейк. Точно говорю, пахнет панакоттой из манго. Может быть, из этой коробочки? О, там зернышки. Хочешь попробовать? Это слайм. Это слайм. Он пахнет манго. Можно я понарошку буду есть? Только понарошку, потому что это игрушечный слайм для игрушек. А где коробка? Кто ее взял? Никуля, давай поиграем! Слаймы! Малыши забрали слайм! А играть в этот слайм без взрослых нельзя. Нужно их догнать. Поможете? Да. Побежали. Не так водишь, не так водишь. Калу, давай их напугаем. Да. Тогда они больше не будут хулиганить. Отличная идея. Ну, хайгане! Отдай его! И Николя! Ай-яй-яй! Как вам не стыдно, правда? Да! Видите? Дети могут играть в слайм только со взрослыми. А вы с нами не играли. Когда хочешь с кем-то поиграть, нужно просто попросить. Бьянка, поиграешь со мной? Да, я уже для тебя кексы готовлю. Кексы? Где? Слайм-десерт. А в коробке еще есть игрушечные украшения, маршмеллоу и шарики. Ой, это я! Николя, какие ты хочешь? Я хочу вот это. Пожалуйста. А может быть, это маленькие зефирки? Да. Ой, какой десерт! Лаки, хочешь попробовать? Вот моя! А давай угостим Лаки
карамельным кремом. Клади на тарелочку. Это для Лаки. Я играю аккуратно. Потому что я большая, и Николя со мной хорошо играет. И ничего не делает грязно. Па. Не уследили. Теперь нужно мыться. Карл принес салфетку. Вытираем, вытираем, вытираем. В слайм нужно играть очень аккуратно. Лаки, придется теперь как следует помыться. Ты пришел мне помогать? Да. Тогда с тобой мы пока прощаемся. Пока!